Где? Кто я? Это что, был сон? Как у меня там? О, вроде все на месте. Мой, не мой. А, да какая теперь разница? Главное, что есть. Ну, а как бабская моя составляющая? Эй ты, сучка, ты там как, жива? Сдохла гнида. Свят, свят, свят. Схожу-ка я на всякий пожарный в центр нетрадиционной медицины, и вдруг и правда бородатая гнида там прячется. Лучше уж его сразу покоцать, чтобы не дай бог чего не приключилось. Членовод ты безобразный! Да как ты смел протянуть свои старые грязные грабли к моим стерильным шарикам и клеверу других граждан? В этом городе я один имею право устраивать месиво. Ну теперь, шакал, ты на своей шкуре узнаешь, как живется фарсу. Блин, ну где же он? Ага, попался, который сношался. Иконка миссии очень классная. Да. Всем привет, с вами ДДС, и я продолжаю проводить после 2 «Штопор ржет». Четверг, последний день, такой вот неожиданный поворот событий. Усама бен Ладен, лидер исламской террористической группировки Аль-Каида, оказался таким чуваком в медицине, вообще, который ворует органы у людей и себе их все перешивают, чтобы сверхчеловеком стать. Просто... Готов к отстрелу разнообразных органов! Охота на органы. Сегодня в 13.00 по крупнейшим мировым телеканалам произошло обращение террориста номер один Усамы бен Ладена к жителям планеты. В обращении объявлялась награда в 5 миллионов УЕ за различные части человеческого тела. Все население Земли, вооружившись бензопилами и топорами, в поте лица добывает друг у друга внутренности. Редакция газеты в полном составе заранее выражает соболезнования вам и вашим органам. На этом заканчиваю, извините. Я устал. Нет больше сил печатать носом. И фотография прямо вот того места, которое около моего дома. Прикольно, что еще можно сказать. Осталось только одно. Найти Усама бен Ладена и убить его. При этом, по сути, на улице должен твориться хаос, но... А вот он и творится начинает. Я перепутал ночи, я мешались все колонны, стерли с линии. Пусть я тут мочится. Оружие мне никогда не помешает. Так, дырище у меня надо дырищево. Ну, по сути, можно. Да. Пойду туда, окей. Вау. А музыки-то уже нету, все. Окей. Ты вообще что ли? Ой. Не, базуки что ли уже максимум боеприпасов? Да неужели? Да. Это просто классно. Бегаем и собираем все, что получается мне. Собрать все, все, все пригодится, ничего не лишнее. Автоматы особенно. Так, отлично. Автомата максимум. А пистолета? Пистолета пока еще нет. Ну-ка. Ой, у меня еще. Еще далеко до максимума. Максимум это 500, а у меня всего 212. Ну ничего, долго задержаться тут не буду, мне тут делать нечего, пойду пока вперед. Не думаю, что пистолет мне особо сильно пригодится, у меня есть много всего, чем я могу творить мясо. Охрана дерется с ОМОНом. Бывает что. У тебя даже пистолета не было. И что-то все умирают без анимации почти.
Вообще странно, как это как-то. Ну, ладно. Давайте, давайте. Вот, даже ОМОНовцы на крыше. Пистик, 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 пистик. ОМОНовец, не бей. Ну что ж, нам сюда. Пошли. Что ж, делать-то мне остается. Я тебе сейчас устрою, Кузнецова. Я тебе все органы сам пообрываю и в произвольном порядке пришью обратно. И в зоопарк. Ну или типа того. Вот так встреча. Дробовик — это хорошая, на самом деле, идея. Собаки! Да, вода, давайте, спасайте вы меня все. Так, пока, бежим немножко. Блин, собаки. Так, от собак избавился, хорошо. Так, пока съем пиццу. Время выздоравливать. Не, вот так-то лучше. Ну-ка. Ладно, пока что остальное трогать не буду. Так, дробовик весь опять же подбираю, который у меня был до этого максимум, теперь уже нет. Так, все, теперь снова максимум. Так, надеюсь, эти ОМОНовцы там их всех раздолбали. А, они, походу, у меня уже и не агрессивные, ну и фиг тогда с ними. Че, смеешься, что ли? Блин, я боюсь, что если я туда пойду, то эти ОМОНовцы тоже начнут меня атаковать, потому что я начну стрелять и все такое. Ну что, выбора у меня нет. Это ты на меня? Упс. Упс. Опасненько. Вы смеетесь, что ли? Блин, что за хрень тут вообще творится? Так, ты... Эй. Понаехали! Да блин, вы спаунитесь и спаунитесь! Блин, нахрен дерьмо! Спаунитесь и спаунитесь! Давайте, ОМОНовцы, защит... Колотить по-русски! Что? Если вы не встанете, то можете его забрать. И сломаю, будешь... Охренели они все! На меня-то еще... А как агрессивными становятся, так ты. Мне пофиг, что ты безоружен, ты все равно сдохнешь. О, еще один, давай. Иди сюда. Так, все. Розыска у меня нет. Че, сколько вас там еще будет? Идите колотить по-русски. Спаунитесь и спаунитесь. Сторонам, козу. Пуля дура, штопор молодец. Да. Это все гены виноваты.
кушай свинца за маму. Съешь пульку за папу. Лови обойму. Жри, скотина. Это тебе подарок за то, что ты такой урод. Смотри, как я умею. Примите от всего сердца. Мне надоело, я пойду вон туда. Я не знаю, сюда можно? Да. А, так что это? Да? Тупо. Ну, блин, ладно. Ну, сукин сын. Пора домой. О, и это к вопросу о том, стоит ли разрешать свободную продажу оружия. Кто не спрятался, я не виноват. Сделаем это по-быстрому. Как кетчупом блесканул. Скучно здесь. Пойду проветрюсь. По-моему, я попал в раздел криминальных новостей. Включи гитару, дурак! Включи гитару! Физическая. Здравствуй, это я пришел. Трудно жить папа-парарам, докторам-ветеринарам. Сам весь в белом, а вокруг гуляют скоты. Мо. Хомякам, ежам, бакланам, ишакам и обезьянам. Доктор, поздно или рано? Пропишет песни. Ля-ля-ля-ля-ля. Конкретно песни. Доктор лечит всех толково пиздюлем и крепким словом. И становятся послушны псы и коты. Мяу. Но когда идет прохожий, на животное похожий, доктор по привычке тоже пропишет пизды. Пропишет пизды. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Конкретно пизды. Ла-ла-ла-ла-ла. 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 Итак, вот так вот. Статистика. Людей бьется 46, ментов 1. Скотина, вдруг повел себя ты. Голов разнесено 53. Доктор, стоило захерачит. Потрачено денег 100. Двери вышли 296. Террористов 12. Я террористофоб. Окей. Ну а так, игра закончена, так что всем спасибо за просмотр, всем ВДС, всего хорошего.